Соперники обмениваются рукопожатиями перед началом игры. Сегодня противостояние любительского клуба «Барвиха» и спортивной школы «Одинцова». Капитан «Барвихи» Сергей Запорожцев в игре уже больше 30 лет. Признается, футбол и есть его главная страсть. Без футбола я никак, вот, грубо говоря. Футбол можно играть днем и ночью. Вот. Но, к сожалению, сейчас в силу того, что это. Ну и возраста, и плюс там семейный человек. Не всегда получается, скажем так. Да. Одинцова и Барвиха в этом сезоне встречаются впервые в рамках 7-го тура первой лиги. В турнирной таблице Одинцова на 2-м месте, Барвиха ниже, на 9-м. Несмотря на довольно серьезный разрыв по очкам, обе команды максимально сосредоточены. Ждем от нашей команды хорошей игры, коллективной игры, взаимодействия неплохих, что мы отрабатываем на тренировках. Тактика, техника и скорость. Каждая команда демонстрирует свое мастерство. Счет после первого тайма 3-1. Егор Соколов – футболист универсальный. Если еще на прошлом матче он был полевым игроком, то сегодня его задача – защищать ворота. Хорошо играем, контролируем, в принципе, игру. Мало моментов у наших ворот, в основном атакуем. Как обычно, стараемся играть в короткий средний пас. Схватка закончилась с разгромным счетом 10-2 в пользу спортивной школы «Одинцова». Ну а поддержка с трибун всегда увеличивает шансы на успех. Так что приходите на игры, болейте за своих. Вход на стадионы для зрителей свободный. Лада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».